Всем привет из Хайфы. Мы находимся на пляже Бат-Галим. Сегодня хочу вам рассказать об отдыхе с детьми на море. Взрослых наших детей. Знакомьтесь, Николь, 5 лет. Степания, 2 года. Ну а сейчас я вам расскажу, какие же наши помощники, чем же развлекать детей на море. Потому что, конечно, постоянно находиться в воде, либо вялиться на солнце для ребятишек очень-очень тяжело. Прежде всего хочу показать. Вот смотрите, какие на рукавнике. Это наши помощники. Ребятишкам комфортно в воде плавать в таких вот на рукавниках. Обязательно должен быть головной убор, косыночка, либо кепочка. И купальники. Можно закрытые, можно открытые. Также не забудьте обязательно взять крема. Покажи свои щеки. Белые. Чтобы не сгореть. Первое увлекательное занятие для детей – это что, Николь? Ловить рыбу? Николь, покажи свой инструмент. Сачок. Самый главный для ловли рыб. Нет, вот они как раз рыбки. Какая же это сложная работа, да, Николь? Что ты делаешь? Липкий песок? Да. Как необычно. Вот такое у нас новое занятие. Делать липкий песок. Вот такие помощники у нас для самых маленьких. Можно делать тортики, пасочки, всевозможные фигурки. Делать вот такие разные фигурки, да, Стешенька? Да, конечно. Нравится тебе делать фигурки? Конечно. Вот такое увлечение для самых маленьких. Вот мы попробовали, что у нас получилось. Ой. Красиво, да? Баба. Что нужно? Обязательно, как же без него, да? Помыть? Конечно. Мама,
руки. Мы едим бамбу. Бамбочку. Тебе ж вкусная бамба? Скажи, что ты хотела построить? Замок ты хочешь строить? Это, наверное, самое увлекательное занятие, которое может быть на пляже, да? Что вы делаете? Конечно же, у тебя лучше, самый красивый твой замок. Что, солнышко? Что мы сейчас с тобой будем делать? Мы будем с тобой искать клад. Какой? Ой. Ага. Что больше? Я так и знала. Ой. Мам, это тут целое кладбище. Какое счастье искать монеты. Очень интересно и нам очень-очень понравилось. Там монетка. Я взяла монетку. Мама, смотри, я копала и их нашла. Воспользоваться вот такими интересными помощниками. Ребятишкам тоже очень нравится, да? Да, Николь? Да. Вот такой замечательный, веселый день у нас получился на море. А на сегодня это все. Николь, Стеша, помашите всем ручкой. Пока-пока. We'll be right back.
Да-да-да.